в попытке снять рыб. Если вы видите, рыб. Стайка небольшая. Рассеял, кстати, мужики что-то ловят. Так, пошел я в одно место и по пути дай поснимаю. У нас наконец-то наступило как бы лето. Сегодня 1 июля, кстати. Июнь, так мягко скажем, никакой. Был там буквально 3 дня назад, утром было 5 градусов тепла. Такая осень была. В июнь, ну, теперь все активизировалось. Даже вон люди уже купаются, хотя вода, наверное, холодная. Ну, купаются, значит. Так, ну, кстати, это тёлка. Сейчас пойдем. Решил маршрут такой выбрать. Не по городу, а через гаражи. В принципе, в этих гаражах я и провел все свое детство, потому что, ну, компов не было. Ничего не было. И, ну, что-то было, но интереснее было в гаражах тусить. Так, давайте здесь зайдем. Тут сейчас можно получить, как все заросло. Вот это, кстати, сооружение тут сердобольные бабки котов разводят. Уже кто-то обжился. Тут как стрёмно. В принципе, я тут уже везде был, но давно я здесь не был. Граффити какие-то непонятные, наверное. Пацаны только начинают, сделаю на завтра, ну, на неделе попробую обзор граффити. Подробнее покажу, сам посмотрю, давно не смотрел, может, что новое появилось. Так, ну вот. Или стандартный погреба. Вон еще кто-то выделился. Хотя, честно говоря, какой-то пик. Кстати, недавно написали, да, 30.12.2013. Прям, можно сказать, свежачок под Новый год. Тут и накорябал. Так, продолжаем рубрику. Из леса в лес. Большой ветерок, но он такой же как бы теплый. Поэтому он не напряжен. Так, вот. Не туда мы зашли опять. Чуваки как замоют тачки. Кстати, если повнимательнее. Сюда вот я на погреб езжу. В принципе, типичный гараж. Давно я здесь пешком не ходил. Машина-то бывает, проезжай там на погреб, а вот так давно или давненько не ходил. Вон. Судя по днем рождения Слава. Так, идем. Так, там выход, но мы вот так пойдем. По теньку, хотя не совсем жарко, в принципе. Первый день такой прям теплый, но не жарко еще. Да, ну тут вот как бы такой выход. Блядь, тут что-то все как-то заросло. Раньше как тут не так было. Ну раньше это прям, наверное, лет 10. Очень давно, в принципе. Тут вот такая у нас импровизированная какой-то переход, в котором можно получить пик. В принципе, очень просто. Так вот, переход. Барыня. Чуть не заметила их. Так, ну вот. Ой! Виды. Кругом трава, трава. А вон, кстати, дом.
построю. Раньше тут дома не было. Когда я вообще пиздюком был, там сначала начинали строить. Потом сказали, типа, тут строить нельзя. И в итоге потом там сделали площадку, автобусы. Ну, Пенза, Москва уходили. Рейсы. Бест. Ну, а потом как-то построили дом. Вот говорят, почему нельзя строить. Из-за вот этих вот... Сейчас покажу, блядь. Из-за того, что тут высоковольтки находятся. Там что-то... Ну, нельзя строить по плану. Ну, то их дом построили, люди живут, не знаю, правда. Говорят, что там херово. Вот, телефоны ловят из-за того, что электрическое поле, ну, что такое. Так, мы продолжаем. Вижу живот. А, сейчас вон туда за куточек зайдем. Вот, собственно, дом. Такой вообще вот на отшибе, он самый высокий дом. А в районе этого дома только вот 4-5-этажки стоят. Не знаю, как он. Стараюсь максимально не трясти камеры. Это даже не камеры, это аппарат. Кого-нибудь не наткнуться тут. Тут такой закуток, и скорее всего интимные дела тут делают. Ну, это я про интимные дела, тут писит и как и здесь. Так вроде пока нормально. Единственное, что все заросло, трубы идут. Интересно, можем пройти? Раньше там же проход был. И, в принципе, тут тоже дороги были. Вот чья-то крыша. Сейчас попробуем выйти. Так, иду как Лара Крофт. Почти по трубе. Оазис, погреб чей-то. От скутера херня. Зеркальце, банки. Кстати, кому если нужны банки трехлитровые, то все сюда точно координаты дам. Тут GPS придет. Так. И что у нас здесь? Ой! Проход есть. Там что-то пиздец как стрёмно внизу. Ой! Так что... Кстати, можно за окошко закинуть, подглядывать. Так, мы выходим отсюда. Сука, бомжатник, блядь, как всегда пришел. Вот тут сидят крыши. Стараюсь минимально трясти. Хуя щит. Просто что, блядь, лучше по трубе идти. Тут не исключено, что есть какие-то старые погреба, и речь может внезапно оборваться. Типа там и пиздец. Самый главный аттракцион тут был прыгать с крыши, блять, сугробы. Сугробы тут просто, если зима снежная, особенно когда редко бывает, но бывает снежный, столько снега. И тут прыгаешь, а потом тебя товарищи, и ты сам часа два откапывают. Прям по грудям нахуй уходили в сугробы. Димацу. Так и не понял, зачем все зашло. Ладно, другое дело. Местный водопой.
и с кранчиком. Хочешь попить, пожалуйста, вода. Вода, кстати, питьевая. Но частенько бывает то, что этот краник будет. Если у тебя есть, ну только открыть, только каким-то ключом подцепить или так просто руками не откроешь. Так, давайте на выход встать. А тут у нас что? А, вот тут тоже какой-то закуточек был. Тоже одни из закутки. А, ну вот тут вот и с крыши-то и прыгают. Ну, в снег, когда зима. Я сюда НТВ плюс антенна. Да, это, наверное, для голубей, что ли. Такое открытое тут место. Дерево такое. Так. Опять же, везде сухий дом, блин. А, ну да, вот эти одни из крыш, с которых можно прыгать. Так как тут, в принципе, с земли ты можешь залезть на крышу и. А там как раз с той стороны трактор счищает сугробы. А, ну вот, видите, тут вообще как проблематично, а зимой тут же снег, и поэтому прям ровно идет. Ну, предприимчивый хозяин, он колючую проволоку натянул. Видать, его изрядно молодежь. Так, тут мы выходим отсюда, нахуй. Велик оседлаю опять, конечно, поедем подальше. Свалка. Так, мы, в принципе, мы выходим. Снимаем голубя. Голубядин, там голубь сидит, охуеть, действует. Или может это местные, а не какие-то это, ну, необычные. Ну, импортные, как голубей это называют. Ну, не вот уличные. И там белые, черные, какие-то рыжие даже есть. Так, ну, всем спасибо, кто смотрел, был Макас. Сегодня так прошли одно место, где, когда я был децелом, ну, не песом, а пизюком, любил проводить свое время. Вот мы выходим, ну, а я пошел дальше по делам. Спасибо за просмотр. Всем пока. Выходим из небольшого коттеджного поселка, который на окраине города находится. Всё, так получилось второе видео. Я хочу снимать. Мойте, блядь, колеса. Это надпись к тому, тут вот стройка идет, вот дома строятся. Ну, типа таких тоже будут. И как бы грузовики, когда выезжают со стройки, их короче, ну, ебут, грубо говоря, чтобы чистые машины ехали в город. Но это не подумать, это как бы жилые дома, не то, что вот это, блядь, один дом, блядь, там, на семью, нет, это обычные многоквартирные дома. Так, тут вот, ну, вот лужа, блядь, грязь. Блять, на стройку по сталкерии залезем. Сторож нам ты даст. Так, фокус, ау, блядь.
Кстати, я как-то здесь ездил на велике. Не знаю, фотографию выкладывал, не выкладывал. Тут, короче, стоят. Сейчас сами увидите, я уже вижу, что они тут стоят. Как их? Газоны, блядь. Старые, древние, блядь, газоны. Тим. Лет 300, наверное, отточил тракторист. Так, ну вот, стройка. Идем дальше. Рабочие там. Ну, все как и на обычной стройке. Вот такой домик. В принципе, нормальный. Симпатичный такой. Который скрасит серые будни, так скажем, обычных строений. Так, тут мы пройдем. И мы пройдем по этой. Тут просто весь июнь дождишься, еще вот осталась вода. И, собственно, пришло лето. Вон какие-то мураши. Фокус. Тля, короче. Блядь, чуть в грязь. Какие-то письмена. Как обычно. Так, идем дальше. Формат видео, если такой будет выходить, то, ну, это по причине отсутствия нормальной камеры. Мша, наверное, там живет, блядь, сталкерит, блядь. Свободно от житья времени, он в Москву едет. Подземок лазит. Дорога такая охуенная. Тут у меня, кстати, недалеко, рядом гараж находится. Строение. Кстати, оно что-то, здание пустует уже достаточно давно. Лет, наверное, 15. Традиции, видим, свалка. Идем дальше. Сейчас на пруд сходим. Давно я там не был. Там далеки. По крышам бегают. Эти как их ракушки. Наверное, сейчас не видно, нихуя он там сидел. Я видел, частенько там бегают они. Паркурочки отрабатывают. Аж очень много вот этих вот железных. Вот как домики. Очень много железных этих гаражей поставлены, и между ними они как бы вплотную друг к другу стоят, и можно бегать, прыгать. Какой-то заброшенный чмейдер, модный автовагончик какой-то. Ну, скорее всего, это был автобус когда-то, лет 40 где-то ездил, и тут уже, наверное, лет 40 стоит. Так, как нам идти-то лучше? Что-то запутался. Тут где-то, блядь, должна быть тропинка. А, все. Чуть подальше. Чуть подальше. Особенно приятно такие видосы смотреть зимой. Так. Скоро стройка здесь, я думаю, ну не скоро, блядь, тут, наверное, еще... Дома 3-4 должны построить. Да, GoPro этим удобнее. На бошку нацепил и день. Хотя на бошку тоже как бы, блядь, будешь ходить. Тут с телефона-то идешь, таешься по заброшкам каким-нибудь. Ходить, чтоб тебя народ не видел. Может, в больших городах это норм, а у нас могут за
душевно больного принять. Не, макросъемка нормально на телефоне. Так, тут стоит тоже одно из питейных заведений. Кто рядом живет, тут как бы частный сектор идет. И вот кто рядом здесь живет, они, собственно, здесь и практикуют свои. Ну, тренируют желудки, печень. Потому что, ну, надо. Все же люди пьют там, где ближе к дому, там пьют. Рельсы. Дорога железная. Это дорога, по ней. Ну, ходят поезда, конечно. Ой, поезда не ходят, локомотивы. Это внутри города тут. Ну, допустим, от завода к заводу надо привезти эти рельсы. А так железнодорожные вагоны, они не идут. Вон тут раньше, помню, надписи были. Сейчас что-то как все зарастает. Может, я тут по весне надо сюда. Так солнце, да, не видно. Ну, тут вон там надпись ДМБ 8-2004 стандартная. Вот, собственно, и пруд. Я фотографии у меня где-то есть ВКонтакте. Я сюда на велике приехал, первый открыл сезон. Там, как называется, Мертвое озеро. Он месячный тут брызнул. Так, вот он. Бля, утка. Я спугнул утку. Какая-то, ну да, утка какая-то маленькая. Вот, ну, это Мертвое озеро. Мертвое, потому что, ну вот. Видите, раньше были деревья. Я еще помню, когда, опять же, был не очень взрослым. Тут вот я тоже любил проводить время. Тут был плот. И было очень классно. Тогда же в черте города, это вот хорошо, что есть такой болот, вот как прям, ну, дикая природа, да? То есть любит там, поймет. Вон я увидел лягушку. Вот, видите. Ну, живность есть, глубина небольшая, болото и есть болото. Вот здесь на плоту катались мы. Кстати, как-то еще карасей ловили. Карася до хера. А пруд самообразован, хер его знает как. То ли тут какие-то выбросы, завод какой-то, тут малышный завод рядом. И вот вроде, или как вроде резервное болото, чтобы там тушить этот завод, если он загорится, короче. Ну вот это. Ну, а потом превратился как бы в болото. Засуха, конечно, 2010 года его посушила капитально. Сейчас еще нормально воды. А так тут вода. Вот, где вот кусты начинаются. Вот тут вот, по колено, короче. Вот где я сейчас стою, по пояс должно быть. А я стою где-то, ну, в метре от воды. Как воды много ушло, половины пеньков тут не видно. В принципе, вон еще остались какие-то деревья, через которые, через некоторое время они упадут. Так, ну пойдем еще посмотрим что-нибудь. Может, что-нибудь. А так классно тут. Вдали там где-то город шумит, а тут так. Он и даже утку, блядь, спугнул. Городские пруды, они сравнивают такие, они более приспособленные, что ли. Так, опять обзор месячных. Так, идем. Лосей подобных, они тоже любят. У меня даже быть отмахнуться нечем. Ружо-то я забыл. Так, идем дальше. Что там? А, канализация. Тут, кстати, сейчас будочка была, в принципе, какой-нибудь ротан, мне кажется. Ротана без проблем можно выловить. Так, вот. Ощущение, что тут бобры живут, но нет. Это вот те деревья, которые попадали, туда приплывают. Зимой, собственно, тогда и делали плот. Так, канализация. Или слив какой-нибудь.
Там, кстати, не глубоко, не видно, блядь. Парад не тот. Не тот под парад. И тут такое раздолье, поле, хорошо, тенечек. Сейчас вечер. 6-7 часов, наверное, вечер. Отлично, фокус периодически теряется, но куда деваться. По возможности. Все будем делать по возможности. Ну вот еще вот тут. Ну люди, я говорю, так гуляют, пьют. Отличное место. Кто любит дикую природу и не имеет средств и желания куда-то уехать на электричке, там отдохнуть или на машине куда-нибудь заехать. В принципе, здесь отличное заведение. Для питья, пора купаться тут, наверное, теоретически можно, но если ты даже и вылезешь, а тут, бля, как водяной будешь. Так, тут была раньше железная дорога, какой-то пустырь, вон, в принципе, промзона заброшки. Это я знаю, что это такое. Это, по-моему, фуры там, короче, какой-то. Фур, грузовики, какая-то частная компания, там они базируются, там же заправляются. А там еще я на C-категорию завал, площадка там есть для грузовиков. Ну, маневры, разворот, поворот. Да, вон стоит кто-то тут, это, наверное, трактор. Так, тут видно, что ли, от солнца бликвид такой красивый. Но я не вижу, светит мне. А что я сюда пришел? Ну просто хотел, пришел и пришел. Чё? Теперь, наверное, назад пойдем. Журавль, блядь, на фонаре. Ну, на самом деле, это ворон так. Все, идем назад. По гарике. Щебенки уже. Так, вон шпалы. Странно, обычно шпалы долго не лежат. Ну, без присмотра. Так, тут что пойти или там? Так, опять цветочки. Цветок я не понимаю, поэтому рассказываться особо. Мне нечего вам сказать про цветы. Мажористые напиточки. Ну и, собственно, ну да, очередной питейный заведение, в принципе. Эх, а что такое? Европа Клаб. Какой-то джин-тоник, блядь, алкогольный. Да, 7 оборотов. Ну и типичный пацановское это пиво Окское. Он даже как рекламу сказал. Солдатик. Солдатик. О, блядь. Вот нахуй. Я как Николай Дроздов. Так, ну и, собственно, грибы какие-то. Вон дом, мимо которого мы проходили. Ну и, в принципе, надо выбираться отсюда. Ну и, в принципе, традиция. Всем спасибо, кто смотрел. Нетрудно поставить лайк. Это. Ну вот, собственно, хотел показать вам мусорку, как бы. Я еще удивился, почему там так чисто, а тут прилично. Тут еще, наверное, в земле метра два закопано. Так, тут вот можно, как в песне, трава по пояс. Так, тут в яму бы не идти, потому что не вижу, где, куда иду. Ну, короче, в принципе, всем спасибо, кто смотрел, был наказ. Я благополучно вышел из леса. Сегодня мы смотрели Мертвое озеро. Всем спасибо за просмотр. Ну и всем пока.